Нефтекамск на республиканском конкурсе «Бери пример» представляют семьи Ибрашевых, Сомовых и Фархудиновых. Определение победителя будет проходить в 3 этапа. В рамках первого с 13 по 20 сентября на сайте «Башньюз» путем народного голосования пользователей выявляются 30 семей. На втором этапе, который будет проходить с 8 по 10 октября, заседанием конкурсной комиссии определяется 10 финалистов. Третий этап определения победителей конкурса будет проходить с 11 октября по 14 ноября. Голосование в третьем этапе конкурса проводится с 10 по 11 ноября путем СМС-голосования. Победителем станет семья, набравшая наибольшее количество баллов по итогам голосования третьего этапа. Для того, чтобы поддержать участников из Нефтекамска, достаточно зайти на сайт «Башньюз» и нажать отметку «Нравится». Отдать свой голос может каждый, и для этого не требуется регистрация.